Чи існує настільки практичний, універсальний, стійкий і довговічний матеріал для використання на відкритому просторі, який витримає будь-які впливи, залишаючись при цьому в ідеальному вигляді? Впевнено стверджуємо, так, існує. І це терасна дошка. Переконувалися в її перевагах ми на реальних об'єктах, на яких постачальником цього універсального матеріалу виступив салон «Интерио». На сегодняшний день очень многие застройщики предлагают квартиры с террасами. И когда мы становимся счастливыми обладателями такой квартиры, у нас, естественно, появляется вопрос, чем оформить эту террасу. Есть три варианта. Первый – это камень или гранит, второй – это натуральное дерево, и третий – это террасная доска из композитного материала. У каждого варианта есть свои плюсы, есть свои минусы. Если мы говорим о камне, это его мегапрактичность, но под воздействием тепла он быстро нагревается, некомфортный, под воздействием влаги он становится скользкий. Вот. Если мы говорим про дерево, то как бы у него очень классный внешний вид, но из минусов это потребность в регулярном уходе и реставрации. Если же мы говорим о композитной террасной доске, то здесь есть и преимущество камня, и есть преимущество древесины. То есть она достаточно практична и за счет имитации внешнего вида дерева имеет достаточно привлекательный вид. Інше питання – вибір якісної терасної дошки, адже сучасні виробники пропонують безліч варіантів різних цінових сегментів. В случае, если мы говорим про какого-то китайского производителя с невысокой ценой, что мы можем получить? Ну, первое, это под воздействием солнца и ультрафиолета доска достаточно быстро выгорит, либо поменяет свой цвет. Второе, под воздействием того же самого солнца террасная доска начинает менять свои линейные размеры. И чем неоднороднее материал, с которого она делается, тем эти колебания и изменения больше. И может быть так, что она просто либо разойдется у нее стык, либо она где-нибудь треснет. Так, не слід забувати про те, що цей матеріал використовується на вулиці, як на відкритих терасах, так і біля басейнів, де навантаження значно більше. Это и барбекю-зона, это и дети, и какие-то загрязнители в виде земли. И если это недостаточно качественный материал, то мы, как следствие, получаем такое пятнистое достаточно покрытие, которое достаточно потом тяжело убрать. В данном случае мы рассматриваем проект, который реализован в частной квартире с применением террасной доски производства «Мегавуд», это Германия. Термін експлуатації терасної дошки на цьому об'єкті на сьогодні 1,5 роки. Тут господарі квартири проводили своє дозвілля, готуючи барбекю, зустрічаючись зі своїми друзями. Композитна терасна дошка на підлозі взагалі не втратила первозданного вигляду. Така ж ситуація у випадку, коли мова йде про оформлення зони басейну. И когда мы подходим к вопросу оформления террас, мы понимаем, что это может быть не только в частных квартирах, это может быть зона около бассейна, либо около дома. Также достаточно активно и популярно это применение в каких-то общественных местах. Вирішивши використати у своєму просторі терасну дошку, варто звертатися за допомогою до професіоналів, які знають все про цей матеріал і його застосування. Если вот у вас появляется вопрос с оформлением террас, мы вам настоятельно рекомендуем посмотреть в сторону композитной террасной доски. А мы, салон «Интерио», с удовольствием сможем вам оказать правильную консультацию при выборе, оказать услуги по монтажу и, естественно, сервисное обслуживание. А ми не сумніваємось, що ви гідні користуватися найкращим, тому поради від салону «Інтеріо» будуть доречними.